Витя, Витя, проснись. Витя, я должна тебе важное сказать. Господи, 3 часа ночи. Утром скажешь. Нет, Витя. Витенька, мне надо тебе сейчас признаться. Так бывает. Наверное, это у меня совесть проснулась. Даже изжога началась. Мне завтра на работу. Ну в чем признаться-то, в чем? Сейчас, сейчас. Вот. Помнишь, когда ты меня спросил, хорошо ли я отдохнула в санатории? Я тебе солгала. Так ты отдохнула плохо? Нет, я отдохнула замечательно. Но я там... Я тебе изменяла, Витя. Что? Да как ты могла? С кем? Да, чтоб утром до работы все рассказала. Слышала? Все. Да. Хорошо. Хорошо. Я расскажу тебе все. Все. Про то, где, когда, с кем. И как? Ну только просыпайся немедленно. Потому что если ты хочешь все это успеть до работы услышать, то это же мне надо уже вот прямо сейчас начинать. Иначе не успею, Витя. Люба, да ты что? С ума сошла? Ну пожалей ты меня, ну. Все хорошо, я тебя пожалею. Я тебе расскажу только про санаторий. А про поезд туда и особенно обратно. Ни слова. Нет.